Дружба торгово-промышленной палаты Ленинского округа с домом ребенка началась еще в 2017 году, когда на территории учреждения представители бизнеса установили современную детскую игровую площадку с прорезиненным покрытием. Сотрудники дома ребенка очень ценят такую заботу и всегда с радостью встречают гостей. В этот раз предприниматели приехали сюда, чтобы посадить новые деревья. Наша территория в черте города, территория зеленая, с вековыми елями, соснами, смешанные деревья. И те милые, красивые, зеленые, пушистые сосны, которые сегодня будут высажены, поверьте, они порадуют не только глаза наших сотрудников и детей, но они еще также будут озеленять нашу территорию, освежать нашу территорию и, наверное, дополнять ее красоту. Визит приурочили к московской областной акции «Наш лес, посади свое дерево». 5 сосен дополнят богатую зеленую территорию учреждения. Они станут хорошим дополнением одной из прогулочных аллей. Необходимо восстанавливать леса, необходимо что-то оставлять и после себя своим потомкам. Даже, естественно, то, что мы сегодня сажаем, эти саженцы, я надеюсь, что они приживутся, и наши дети будут дышать вот этим воздухом. Они будут увидеть эти деревья и продолжат дальше эту хорошую традицию. Председатель торгово-промышленной палаты Владислав Рымша уверен, это не последняя совместная акция. Предприниматели Ленинского округа собираются и дальше помогать воспитанникам дома ребенка, к чему призывают и всех жителей муниципалитета. Мы планируем и помогать финансово, и, может быть, материально. И вообще всех призываем, всех жителей нашего района, округа, призываем помогать детям со слабым здоровьем. Вообще сегодняшняя акция, она, в общем-то, знаменательная. Акция очень хорошая, посади дерево свое, да. Поэтому мы всегда ее будем поддерживать и откликаться на такие акции. Аллея на глазах преобразилась. Члены торгово-промышленной палаты намерены следить за соснами, чтобы они все принялись и выросли в большие красивые деревья. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.